Оба. Привет, доктор Влад на проводе. Сегодня я вас научу делать казу. Не такую казу, а музыкальный инструмент под названием казу. Национальный американский музыкальный инструмент. Ну, строго говоря, это не такой инструмент, который мы привыкли видеть, там, гармошка, гитара. Вот, а такой самый простейший такой. Вот. Ну, собственно, это мембрана-фон. Здесь вот такая мембрана, ну, или еще называют голосовой модулятор. В нее не дуют. Если я буду дуть, ничего не будет. А именно вот так. Ту-ту-ту. Понятно, да? Делаем. Значит, нам для этого надо рулончик туалетной бумаги. Вернее, ее, это крышечка. Ну, можете любую другую какую-нибудь трубочку найти, пластиковую, например. Это не важно. Второе, нам нужна алюминиевая фольга. Вот такая тоненькая. Алюминиевая фольга. И третье, нам нужна резиночка. Обычная резиночка круглая. Так, приступаем. Значит, вот в этой картоночке, в этой трубочке, нужно проковырять три дыры. Ну, я вот тут уже их заранее проковырял, чтобы время не терять. Вот, примерно вот таким образом. Значит, три дырочки у нас есть. Дальше. Берем кусок алюминиевой фольги. Так, сейчас я ее отрежу. Квадратик. Опа! Ножницы упали у доктора. Хорошо, не скальпель. Так. Это я режу фольгу. Все готово. Вот такой кусок. Это даже большой. Сейчас мы ее немножечко так обкрустаем. Оба. Так. Раз. Накладываем. И так вот аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько натягиваем. И чтобы это дело у нас никуда не упало. Оп, мы ее резиночкой так вот. Раз. Все. Вот у нас готово уже казу. Здесь вот дырочки я освобождаю. Вот. Ну, можете обрезать для красоты. Можно не обрезать. Это я просто показываю. И вообще можно разукрасить как угодно. Все готово к казу. Поем. Все. Можно целый оркестр из этих казу создать. Ну, можно, конечно, купить. Вот она стоит доллар. Вот, ну я не знаю, как там до России дойдет, не дойдет. Вот, ну можно вот так вот между делом из просто из самых простых, как говорится, инструментов. То же самое здесь мембрана, и тут мембрана. Вот, можно любые песни напевать, какие хотите. Все понятно. На сегодня я с вами прощаюсь. Немножко поразвлекались. Радио Воскресенье. Пока-пока.